Седьмые традиционные соревнования «Юный кинолог» завершились на базе областного кинологического центра. На них ребята выступали со своими четвероногими воспитанниками. Но вначале для 30 участников турнира была организована познавательная программа. Кинологи-милиционеры показали, как служебные собаки ведут поиск наркотиков и взрывчатых веществ, проходят высотную вышку и другие их умения. Затем ребята выступили со своими питомцами. Кроме того, юные натуралисты Днепропетровска организовали здесь мини-зоопарк с экзотическими животными, провели для гостей интересную и содержательную экскурсию. И еще конкурсантов развлекали герои известных мультфильмов «Маша и медведь» и «Пес». А в завершении все участники и зрители получили сладкие призы – кубки, грамоты и ценные подарки.